Құрметті үкімет мүшелері, құрметті әріптестер, бүгін жаңа құрамдағы үкіметтің алғашқы отырысы. Кеше елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің жарлықтарымен үкіметтің жаңа құрамын бекітті. Алдымен сіздерді үкіметтің жаңа тағайындалған мүшелермен таныстырғым келеді. Премьер-министрдің орынбасары Күшірбаев Қырымбек Елеуұлы, премьер-министрдің орынбасары индустрия және жаңа технология министрі Исекешев Әсет Орентайұлы, экономикалық даму және сауда министрі Досаев Ерболат Асқарбекұлы, еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Әбденов Серік Сақпалдаұлы. Жаңа үкімет мүшелеріне жұмыста сәттілік тілеймін, құтты болсын. Енді көріп отырсыздар, көп кадрлық өзгерістер болған жоқ. Алдымен бұл елбасымыздың бізге көрсеткен үлкен сенімі. Бұл елбасының алдындағы Нұр Отан партиясының алдындағы бүкіл қазақстандықтардың алдындағы зор жауапкершілігі. Бұл бәрімізден ұйымшылдықты, іскерлікті талап етеді. Сондықтан біз экономиканы әр тараптандыру, елімізді индустрияландыру, әлеуметтік жаңғырту бағытындағы жұмысты әрі қарай жалғастыратын боламыз. Ұлт лидері елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бүкіл Қазақстан жұртының зор сенімін ақтауға бар білімізді, күш-жігерімізді саламыз деп сенімдімін. Уважаемые коллеги, с сегодняшнего дня начинается новый этап работы. Нам оказано высокое доверие главы государства. Возглавлять в это время правительство, причем не только мне, всем нам. Все прекрасно понимают, что это формирована новая команда правительства, и мы должны оправдать высокое доверие главы государства. Мы должны доказывать, что наше правительство способно, оно должно эффективно работать и решать те задачи, которые глава государства поставил перед исполнительной властью. Хочу подчеркнуть, что мы сохраним преемственность и будем использовать тот опыт, который наработан предыдущим правительством. Это и подтверждает то, что основная часть членов правительства сохранила свои позиции. Но это не повод, как мы обычно говорим, для самоуспокоения, а напротив, посыл такой к активной нашей деятельности. И нам необходимо четко, оперативно исполнять все поручения главы государства. Мы продолжим конструктивно работать и взаимодействовать с депутатами парламента, с фракцией Нур Отан. На сегодняшний день сложился хороший формат взаимодействия. Мы и далее будем придерживаться этой практики. В парламент внесен проект нового трехлетнего бюджета, который, согласно поручению президента, ориентирован на эффективную реализацию всех принятых программ. Наша первоочередная задача – это принятие документа. Необходимо обеспечить эффективность интеграции Казахстана в рамках единого экономического пространства и предстоящего вступления в ВТО. Мы не должны исключать риски повторения мирового кризиса. Вы сами анализируете ситуацию, которая происходит в мировой экономике, в Европе. Ваши помощники, советники дают вам полную информацию. Поэтому исключать риски нельзя. И правительством недавно был разработан пошаговый антикризисный план обеспечения стабильных макроэкономических условий и сохранения роста экономики. Мы также продолжим внимательно мониторить этот процесс и реагировать на все вызовы развития мировой экономики. Нам необходимо будет внести изменения в законодательство, которые будут способствовать социальной модернизации общества, о чем говорил президент в своей статье «20 шагов навстречу обществу всеобщего труда».
В соответствии со стратегическим планом развития страны до 2020 года определены 5 ключевых направлений. Приняты необходимые государственные программы, они касаются и индустриализации, жилищного строительства, образования, здравоохранения, питьевой воды, занятости и другие. Наша задача – обеспечить реализацию этих программ. Во главе угла их отдача, если члены правительства, министры, администраторы программ, в целом в правительстве мы не видим ожидаемого результата, необходимо заранее перераспределить средства. Даю поручение проанализировать ход исполнения всех поручений, это касается, и все знают свои программы, и при необходимости внести предложение по их корректировке. Программы должны реально, конкретно исполняться. За этим мы будем внимательно следить. Надо активнее работать с регионами с учетом новых подходов к региональному развитию. Вы знаете, что разрабатывается генеральная схема размещения территории. Работы МЭК надо будет активизировать. Мы рассматриваем вопрос развития агломераций, центров роста в рамках развития регионов. Эту работу тоже надо будет активизировать. Нельзя забывать и о других важных аспектах деятельности правительства, требующих максимальной отдачи сил. Президент дает нам установку работать на результат, от нас ждут конкретные реальные работы, и мы должны оправдать эти ожидания.